Акцию «Бергемос» по уборке и вывозу снега запустили волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухе». Одиноко проживающим пенсионерам, таким как Людмила Соловьева, бывает не под силу заниматься хозяйством, а снега в этом году выпало немало. По данным синоптиков, высота снежного покрова превышает средние прошлогодние значения. Убрать осадки со двора жительницы вызвались активисты. Волей судьбы я осталась одна, и поэтому нуждаюсь постоянно в чьей-то помощи. Для меня было большим сюрпризом помощь от партии «Аманат», от волонтеров. Вы знаете, я очень благодарна людям за то, что они нас не забывают. Партийцы по всему региону привлекли к работе порядка 50 волонтеров из молодежных организаций. Охватить в планах около 1000 дворов. Проведут также и профилактические беседы на тему паводка. Мы оказываем помощь одиноко проживающим пенсионерам, одиноко проживающим людям, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, которые самостоятельно не могут вынести снег со двора. В связи с этим в частных секторах города Петропавловска, а также по районам нашей области мы запускаем данную акцию по всей области в целях недопущения паводковой ситуации в нашей области. На территории областного центра в зоне подтопления в весенний период находятся микрорайоны Подгора, Береке, поселки Рабочий, Заречный, Кожевенный и Солнечный 2. Активисты проводят подворовой обход, вручают памятки жителям, напоминают о своевременной уборке снега. Оповещают об этом и представители малого и среднего бизнеса. Диана Салихова, МТРК.